Я теперь до Нового года кушать не буду. Накатался я от души. На чем? На оленях. Вот теперь припоминать будешь, что не поехал? Да. Жизнь несёт. Это детям, знаешь. Просто за минуту. Одна минута, 4 секунды. 2500 рублей. Вот где таксисты нервно курят в стороне, да? Расстояние, наверное, там сколько? Ну, 150 метров максимум. Я думаю, 100. Может, даже 100. Нет, пока. Я буду. 100 метров, 2000. Это сколько будет стоить доехать до Владивостока? Давай, буду. А? Я Юльке. Так, мне нужно понять, как он меня вообще везет. Ведет Руза. А, вот так вот, на Новую Ригу. По Новой Риге. Найди, для начала давайте определимся, кто что хочет. Я просто супчик. Я Биг Мак. Папе бургер, да, значит? Папа, ну, сейчас бургеры и фри в каждой кафе есть. Что ты мне дашь еще один? А, да. Вали, остались с этим, с помидором. Да, вообще фиолетово. Сейчас я тебе отключусь. Бросай. Да о, живут люди. Гостиница, баня, ресторан. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Я вот не знаю, честно говоря, что бы я поел. Суши, пасту, пиццу. Короче, реально, если все хотят бы себе по-разному, тогда надо реально в ТЦ ехать, да? Забей какое-нибудь вкусное кафе. Вкусное кафе. Подожди, мне надо сначала... Показывает адрес Борисовской пруды 23. Валя, ты как, до дома построил машину? Да. Неделю или две назад. Кстати, вы мне нравитесь. Вы мне тоже. Не могу, голова болит. Нечего с больной головой замуж выходить.
Один отвечает. Что? Регистратор, что ли, показывает? Сейчас поищу. Где там отвечает? А, машина. А здесь высвечивает, что камера, да? Надо выбить. Где-то здесь. Голова после этой шапки прилизанная. Да. Снимаешь, что ты говоришь? Аля, как он тебя ведет? Он меня ведет сейчас... Блин, я забыл, как она называется. Это вот как мы ездим, а все время на даче. Но это по-другому, как ехать. Нет, раньше свернуть. По Новой Риге, но не как мы едем, а вот раньше сворачивали. Я забыл. Какой торговый центр у нас будет по пути? Нет, потому что я слежу за дорогой. Торговый центр. Ты построй маршрут до дома. Как это делать? Спокойно, пожалуйста. Да, вот еще Камила какой-то. Не надо нам никаких Камил. Как он записался? Аскер? Че Аскер? Звонил тебе. Ануфриева, как она там называется? Ну, Аскер, да, мне звонила, что? Как переводится, знаешь? Нет. Воин. Воин? Кызыл Аскер, красный воин. Кара Аскер. А? Кара Аскер. Ну, черный воин. Блюаскер. Натуре, да ну что ты? Не сам не знаешь разве? Вот что ты на остановку не заехала? Противный. Ты ближе? Не-не-не, ты не в Рузе смотри. В Москве смотри. В самой Москве уже. А он меня по Новорижскому ведет. Вот и меня он по Новорижскому ведет. Только через Ануфриево. Как все время Виталий Владимирович ездит? Через этот. На Мэ. Вот и я тоже на Мэ. Мансурова. Красота какая на дорогах. Да. Справа, слева, елочки в снегу. Все согрелись уже? Да мне не было холодно. У меня ноги немного подмерзли. Ноги, да. Пьяный будет за рулем грейдер. Но Новая Рига Аутлет там больше не покушать, там больше пошопиться. Впереди камера, на
Да. Там есть карусель, вот. Впереди да. камера на 40. В Москве смотри. Прям на трешке, да? Ну, как мы поедем? По новой этой, по новой Риге, на Маршал. На трешку. Через 600 да. метров поверните налево. Все правильно. Вот где-нибудь на трешке, я не знаю. Как мы там, на Ленинский поедем? Да, ну, через метро Ленинский. Вот в ТРЦ Гагаринский, конечно, не очень хочется. Ну да, мы все-таки тоже, знаешь. Ну, слушай, можно еще как-то нам бы на Ленинский маунт завести и все. Поверните налево. Да я один раз обогнал этот автобус. Я и так стараюсь ехать. Все 90 ну, едут я. Да. Все 90, я 60 еду. Это что справа? Дворец водных видов спорта УЗА. РУЗА. Дворец спорта, да? Позвони, спроси, у него есть какие-нибудь там пожелания, что-нибудь такое? Через 600 метров поверните направо на трассу А-108. Тануки? Забей тануки какое-нибудь. KFC. На KFC это... Пытаемся найти что-нибудь. Это обувной магазин, что ли? Нет, это не магазин, это этот. Но хочется этот. Вуз указали, нет. Все понятно. Понятно. Во, красное-белое. Помнишь? Нет, мы сейчас в любом случае можем сместить. Дальше уже где-то... Вот это помнишь, красное-белое? Да, помню. Откуда вы? Мне как бы пап, не до красного белого сейчас. Да. Сложно. Ну, вот это. Надо до отрезка. До трешки, да, наверное, идти. Через 600 метров. Поверните на социалистическом. Спроси, это они за нами едут? Да, первый, да, Ленинский. Это они за нами едут? Саша, это вы за нами едете? Давай, короче, сейчас... Сейчас найду. Слушай, я хочу по пути найти тебе что-то. Маршрут построен. Мы же там в какой-то где-то недалеко кафешке сидели. Сделай потише, пожалуйста, его. Мы же сидели где-то там недалеко от этого места в кафешке когда-то. Не тануки, а в какой-то, я не помню. Гарибальди, 13, корпус 2. Взгляните. Маршрут построен. Потому что нам надо есть. Поверните налево.
Походу всем фиолетово, какое кафе. Выбирай, что хочешь. Только, ну, что-нибудь известное. Камилу нам не надо, или там у дяди Васи, да, на дороге. Да нет, Камила, это просто торговый центр. Я понял, но, как, господи, какой в Рузе торговый центр? Мужик в плиты. Что-что? Есть кафе, мужик в плиты. Реально какой-нибудь Эльпатио, если никто не может это определиться. Это не кафе. Красота, да? Может, это Швилли какой-нибудь? Грузинская это трапезничная. От телефона, посмотри вперед. По сторонам. Сереж, тебе понравилось на оленьей ферме? Да. Расскажи, что запомнил? Ничего не запомнил. Почему у оленей широкие копыта? Как катались? Так, а этот, шапочку не хочешь снять, чтобы жарко не было? Снять шапку. Никто ничего не хочет. Пошла спать. Чай, чай, я вам не кушать предлагаю. Пойду. Нет, спасибо. Я кушать больше не предлагаю. Че, никто? Зашли мои бутерброды, Валя? Че, не зашли твои бутерброды? Вообще фиале. Или патио нет, да, не хочешь? У нас нет. Или патио дорого, бывает. А тануки недорого? То же самое, что и патио. Тануки, возможно, даже подешевле будет. Нет. Или патио подешевле будет. Нету на тройке. Мне еще скажешь. Алло. Да, сейчас я скажу. Саша, там что?
ему скинул. Бутербродик. Прямо 24 километра. Валь, все, я Саша больше туда еду, да? Да. Тебе надо. Нужно к свинькам не съездить. Посидеть. И все? Да. Ехать 200 километров? 100. 100? 100 километров, чтобы сесть, отдохнуть и уехать обратно? Да. Повязать ленточку там. Мысленно обратить узоры. И загадать желание. Ножницы. На и узба. Там баба Яга же. Тык-тык-бег. Я подсказываю.
Сереж, смотри, как по сторонам красиво. Знаешь, кто нарисовал все это? Дед Мороз и Снегурочка. Они вот ходили ночью и волшебной палочкой прикасались к каждому дереву, и они стали белыми. Ты не знал? Вот есть же песенка: у леса на опушке жила зима в избушке. Она снежки солила у березовой кадушки. Слышал такое? Деревьям шубы шила, белые шубы. Дарила санный путь. Санный путь. Санный путь. Не санный путь, а санный путь. А? Это белая шуба, она вот шила деревьям белые шубы, чтобы деревья не замерзали. Они вот под этой белой шубой, им тепло. Похоже, осталось что? Медведь-то в бедно слезает. Ну ты, Кирюш, конечно, и подставил бабулю. Ну ладно, скажи вместо ножницы носорог. Нож. Нет, если такого слова нет, просто нож. Берешь перед последней буквы «ц». Но слова на «ы» по-любому есть. Цапля. Тебе, Кирилл, на «я». Если на «ы» нет, то на «ы» по-любому есть слова. Да? Ну забей в интернете. Ишма, ишма. На я. Верхняя ишма или фишма. Нижняя. Ну, тебе тоже на О. Фе так добавили. Да, Кирилл, абрикос, ты же говорил. А на О, вот еще не видел оленей. Лошадка. Орангутан. Олень. Хорошо, олень. Кирюш, орангутанг. Олененок. Олененок Бимби. На букву К. Как тут? Кашалот. Да вы что? Это там букву К, а мне на Да, сейчас остановят, как же подстава стопудов. Да не обязательно. А? Не обязательно. Но. Небо. Не аварийку, ничего не включил. Всё. На мягкий знак. Он же правильно сказал, ослик. Осёл. Кирюш, ослик тоже делает я. Ослик — это ребенок осла. Петряиха. Вам название. Каких чудных названий только нет, а? Ностальгия. 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 Да? Ностальгия, какой ностальгия. Ну что, рыба? Рыба ловит? Да. Янгель. Яна.
Ну, это вот мох, который... Ягель, да? Ягель, ё-моё. Ягель. Не ягер. Сапырка. Бабуля. Это птица, ястреб. Есть сова, там это ястреб, орел. Похож на орла. Большие наши люди. Ой, нет, Кирилл, все, я, знаешь, со своими городами сидит. Углы не. Это не русское слово. Папа. Кастрюля. Играете, только вдвоем друг друга отвечаете. Но остальных просто динамите в наглую. А мы сидим как... Слова непонятные издаем. Да. Кто знает, мне кажется, что вы Кирюшку подсказываете. Я 5 или 10 раз назвал слово, ни разу ты его... Кефир. Рюмка. Рыба. Валена. Артишок. Так, давайте по очереди, только не надо вместе туда говорить. Вот так вот хочется. Мне на А тогда. Колбаса. Колбаса на А. Ты говоришь на А. А ты что? А нет, на арбуз был. Я бы сказал. А вот сидите. Барабан. Судьей. Колбаса. Тебе на А. Колбаса, барабан. Ё-моё. Колбаса. Денисиха. Колбаса. Ну, последний. А, ты. Ой. Колбаса. Вы что,
бутерброд. Ты на «а» ты будешь говорить. Остолоп. Проходимец. Остолоп. Я знаю. Или остал. Проходимец. А, на «т». Проходимец. Кому на «а»? Аплодисменты. На «ы». Хотел, а он налево, Никольская. «Т» да. Термометр. Папа на «р». Я теперь что? Да, на «р». Ракета. Автомат. Автомат. Кирилл, ты на «т». Аргон. Кто? Аргон. Носорог. Аргон газ. Носорог. Плохие слова. Гусли. Гусли. Кирилл, как у тебя? Гусли. И краткая. Абракадабра. Да, конечно, нет, не засчитывается. Не подойдет? Нет. Еще Али-Баба. Али-Баба. Абу-Бакар. Ангина. Ангина. Антресоль. Ложка. На мягкий знак. Мягкая ложка. Ложка. Лапинал, да? Олимпет. Оливье. Олимпет. Сейчас это перед каждым фильмом это реклама идет. Олимпет, 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 Олимпет. Букмекерская контора. Ё-моё. Олимпет. Кирилл, тебе надо. Куда ты постоянно хочешь, когда выходишь на улицу? Туалет. Валь, ты на «т». Ты на «т». Томагавк. Я на «к». Каша. Малаша. Карпалаша. Оль, твоя очередь. Каширка. Какая есть у нас станция? Каширка. Верьте на «а». Нет такой станции, Каширка. Каширская. Антимировская есть. Олимпы. Ладно, что, кто нас что говорит? Кирилл на «а», мама сказала, что Кирилл на «а». Это, во-первых, через «о» Олимп-бет. Олимп-бет. Нет. Без слова, да.
Ты же не белорус, как слышишь, так и пишешь. Так что давай, Кирилл, на А. Органика. Моллюск. А К? Туда. Мне сказать, что ли, орган? Криптография. Все вымерли. Упали в осаду. Якорь? Криптография. Якорь? А, якорь. Так не, ну это... Кто на чё? Юля, хватит спать. Потому что не время для сна. Рояль. Можно я скажу уже? Рояль. А тебе на букву Р, да? Да, я рояль. Сказал, не на Л. Нет, на мягкий знак. Мягкий рояль. Лыжи. Вот, да, на И, на И. Лыжи. Имбирь. Какие И-то лыжи? Если не на «и», то на «ж». Не, ну лыжи. Я на «и». Имбирь. Почему на «и»-то? «Лы», потому что лыжи. Лыжи, «лы», через «и». «Лыжи». Да. Или «жи», «ши», пиши через букву «и». Да, «лыжи» пишется через «лы». «Шиши» нет. Как это? Лыжи. Какие лыжи? Шивы. С чего это вдруг? Какие лыжи? Енот. Так. Сидулина. Через 300 метров. На ты, товарищ. Такой выложи. Это было уже. Да? Хотя бы на плоский пол. Тамбовский товарищ. Тамбовский товарищ. Это на букву прямо 7 километров. На «Т» тетради. Дедушка. Али-Баба. Ладно, дед. Тебе на «Т». Дед, еду. Дед, спи давай. Сейчас же не выспался. Давай. Дед, я сказал. А, дед, дед или дедушка? Дед, дед. Давай, дед, дедок. Давай на «Д». Дедок. Ах так! Дедок! Вот дедушку так унижают, а ты смеешься. Почему унижают? Дедок! Такой дед. Такой дедок! Че это означает? Дедок! Такой маленький, маленький, вонючий, грязный дедок. Такой маленький, нормальный фан. Да. А че круто? У меня уже живот болит от смеха. Короче, тебя садик, если будет спрашивать, дедушка, я скажу, у меня не дедушка, у меня дедок. Не попробуйте меня обидеть. Да. Придет дедок и разберется. Мансурова. Так, да? У меня тоже есть твоя.
Ах, Кирилл, Кирилл. У меня уже мозг от смеха трещит. Кто? У меня уже мозг. У тебя давно треснуло. Откуда у тебя мозг? Так что? Мне на какую? Да, тебе надо. Мураш. Мураш? Не, шрапнель. Именно мураш. Пошли? Давай. А что тут такое? Не знаю, что сказать. Какой-то ралифет. Он сказал ралифет. Шрапнель. Что там на Л? На Л. Ласточка. Апрель. Ламбада. Ламбада? Лиза. Че? Какое на какой? Ламбада. Артефакт. Есть. Кирилл, не спорь. Кирилл, поверь, есть много еще слов, которые ты не знаешь. Тебе четыре взрослые говорят, ты споришь. Дай чай, нет такого слова. Дай чай. Табак. Табак? Табак. Кирилл, тебе на К. Кирилл. Колпак. На К, Кирилл. Кусок. Кусок Кирилла. Я сказал колпак. А я говорю кусок. Ты чего хочешь? Крошка. Крошка в постели, я по тебе скучаю. Я по тебе скучаю, крошка. Крошка в постели, когда лежишь в постели, крошка попадается. Было такое у тебя? Нет, такое у нас. Потому что он постоянно накрошит и уходит на свою кровать спать. А, ну правильно. Вот Сберовское какое-то это, да, учреждение. Типа обучают они. Нет. Газпромовское. Это Газпромовское отель. Да. Арбалет был? Какую? Mm-hmm. Какая? Прикольно, она пробует. Дымная. А чай будешь? Горячий. Вот кто провокатор у нас. Да, думаю, кузяки вот такие. На какую? Чего? Арбалет, на ты. И кормишь плохо, кормишь ваш плохо. Провоцируешь постоянно на еду. Что, голодные не были? Треск. Ай, на кто? Капуста. Ты точно капуста? Азиат. Я пошутил. Ты же больше нету. Яблоко. На. Его надо вот так вот кусать. Нет, у меня есть два Я буду. На, вот что такое. Так, будешь? На. Яблоко на снег. Яблоко вкусное, а бабушка. Кто на что говорит? Дедушка будет. Сейчас спать, дай яблочко, мне еще есть. Не. Кто на какую букву говорит? На Т думает Кирилл. Кирилл, на Т. Он же на треск сказал. Я же сказал треск. А, я что-то на К говорил. Нет, давай заново. На
коллаборация. А что это такое? Вдвоем там сидят. Загугли. Коллаборация нет такого слова. Коллаборант есть. Коллаборация есть. Есть? Давай на я. Ну это наука, наверное, коллаборантов. Нет, это, по-моему, какое-то действие. Так что, я что ли? Да, на какую букву? На я. На я? Яшма. Яшма золото? А? Яшма золото? Нет, это редкий камень. А, да. Алмаз. Пошли по камням. Зафир. Подожди, Кирилл. Зефир. Кристалл. Ладья. Революция. Я буду пускать из носу. Янтарь. Ну давай, мы каждый раз, если будет выпадать на рацию, говорим. Ракетка. Револьвер. Хорошо, ракетка. Ну, нормально эту букву можешь мне давать, а? Я вам нормальную букву даю, а мне постоянно. А что для тебя есть нормальный, что не нормально? Не, ну менять надо букву. Ну что такое? А, да, а. Да ладно, ты сейчас на я говорил, там еще что-то какие-то. А. А мне на как на А, да? Олигофрен. Рубанок. На К. Койка. Смотри, а. Сам. Ольга Александровна. Да. Койка. А, койка. Олигофрен. Нет, правильно, О, олигофрен. Анатомия. Много ума у мальчика. Да. На я же у него, нет? У него на я. Ятаган. А? Ятаган. Аляска. 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 Ахсельбанк. У военных на парадной форме висят такие эти. Это последний нашел, да? Тимофей. На Т, товарищ. Давайте, говорите. Товарищ.
туберкулез. Кастрюля. Катастрофа. Так, катастрофа. Мне? Да. Катастрофа. Кирюш пока ест, не ест. Авария. Язва. А? Уже был. Я помню. Еще там в зоопарке говорили. Еще там в зоопарке. Не было, значит. Зоопарк уже был. Тефтели. Тефтеля? Тефтели. Тефтелька. Нет, я не вижу. Индюк. Круг. Это фамилия. Что ли? Пашка, да. Кто говорит? Я, папа, говорит папа. Я уже тебя слышу. Твою. По крайней ты это буксировал или? По крайней там на аварийке кто-то был. Вот на аварийке это буксировали. Не буксировали, там одна машина была. Он то ли поворот профукал, и то ли назад собирался сдавать, то ли еще что-то. А этот его объезжать начал. Показывает, что это меха, да? Да. Светится. Нет, такой. Маленькие. О, Макдорки. Чё? Так, кто на какую букву говорит? Макдональдс. Что,
давайте играть какие слова. Один слово называет, другое добавляет так, чтобы в конце получилось предложение. Давайте. Чтобы в общем получилась сказка. Как? Колобок. Прыгал. С подоконника. Сказку. Он нашел. Это уже не слово, а предложение целое. По дороге, значит, нет. Ты начинаешь по дороге, а он прыгнул на борту. Дальше. Придурок ваш, колобок. На рыбалку. С большой корзиной. Большой корзиной. Которую сам поместил. Бабушка. Рыбалка. Рыбалка. Корзина. И он там сам поместил. Октагон. Что ли? Не, рано еще. На другом болоте. На другом. Крокодилы на болоте. Ну, теперь нормально скажи предложение с самого начала. Колобок и так далее. Такие крокодилы, как ты, плавали и съели колобок. В болоте плавал Кирилл и проглотил колобок. Что? Говори сказку. Скажи нам слово подсказку. Ехал грека. Взял он. Взял он камень. Рака. Так подожди, да что у вас это? Где начало, где конец? Нет, ни начала, ни конца. Нашел грека рака. И целый день искал у рака, где у него ок. Ехал гречка через речку, видит гречка в речке. В речке печка. Сунул грека в печку в речку. Речка печку. Оленя. Два рога. Не рога, а рога. Все равно не рога, да? Я сижу на берегу, не могу поднять ногу. Не ногу, а ногу. Все равно не могу. А что там? Не могу я поднять ногу, а потом еще не ногу. А потом ногу. И потом еще не руку. А потом ногу. А потом еще и руку. На всей земле. У Кирилла голова. Хватило у него мозгов выйти в сторону? Майк. А. Продолжай. У Кирилла голова. Полная опилков. Я посыплю вам сюда. Много соли сладкой. Что ты не спросила? Вы издеваетесь, что ли? Мы уже
быстро едешь, 60 км в час. Ну зачем же про салон? Давай, 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 уходи в сторону. Чего они хотят? У меня аварийка, он открыл. Весь поток тормозит. А где на магистрали остановишься? Не пустая лишь голова. А папа сюда в шаре. А чем ты писал? Голова-то не пустая. Папа сюда голова дальше. Ну зачем же по салону голова-то не пустая? Кирилл знает много сказок, много... Я не понял, давайте предложение какое, с чего? Я конкретно через лет, он поднял свою футболку, он увидел рака в попе, и вокруг все. Сожрал. Что такое? Ой, какой гениальный. Браво, просто. Браво. Открытие, ученый. Папа едет за рулем. А потом... Не за рулем? Папа едет за рулем. А потом еще не за рулем, а за рулем. А потом еще приехал. Ой, понеслось. Едет папа за рулем, зоопарк зеленый, где гуляет крокодил с красною соломой. Ой, не ходите, дети, вы тут гуляете. Топор. Кирилл, давай по реке плывет топор. Я тебе сказал, ты меня не слышишь. Скажи. По реке плывет топор. А потом еще его. От села. Сюда. На самый упор. Пчела. Какая пчела? О, да не уехали. Да не, просто прикрывают его. Днем будет от 13 минут, небольшая облачность, без осадков. В Тюмени минус 17, минус 19, облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается, как сказал один из наших слушателей.